ребята, мы в ковбойском магазине находимся. Смотрите, какие здесь ковбойские сапоги. Просто шик. Даже не знаю, почему такие. Полноценник, наверное. Ну, смотрите, ну, вообще прелесть. Натуральная кожа. Не знаю, где цены на них. Очень симпатичные. Ну, это, короче, магазин именно ковбойской одежды и обуви. Вот они. Некоторые, вы знаете, с кожи. Это настоящая кожа. Вот это вот, это крокодильные, с крокодилов. А вот это, с кожи питона. Настоящего питона. Подошва как выглядит, смотрите. Они в этих сапогах танцуют свои ковбойские танцы. Сделано в Мексике. Настоящая кожа. Вот такие сапоги. Ну тут все, тут ремни есть. Такие вот кожаные. Вот такие они любят с пряжками, с такими вот ковбойскими. $52. Вот такого плана тоже. Есть блескучие женские ремни. Вот такие отделаны. Ковбои любят такое дело. Он один пришел. Себе видно что-то подбирать. Вот. Ну, тут все в основном вручную сделано. Тоже такие вышивки. Разные прикольные. А вот это вот, смотрите. Ковбойский стильчик. Ну и джинсы, да? Вот тебе ковбойские джинсы, смотрите. Расшитые прямо. Вот так аж. Должно быть красиво. Красиво. Такие пиджаки. Вот. Ну, вот это вот, конечно, это, чтобы вот с такими вот висульками было. Или вот в стиле индийский, как бы. $80 джинсы, я считаю, что это еще неплохо. Надо себе такие перед отъездом в Россию, наверное, прикупить. Очень симпатичные джинсушки. В ковбойском стиле, такой пиджачок ковбойский. Но этот $90. Если вы не в курсе, я уже хотела вам сообщить, что я улетаю буквально через неделю в Россию. И я вот бегаю сейчас, покупаю подарки. Вот это еще тоже. Вот джинсы должны быть вот такие вот расклешенные, ну, на самом внизу. Вот так прям клеш вот такой должен быть. Это конкретно ковбойский стиль. Вот такие вот клешенные джинсы. Это вот оно, оно. Ну, тоже недорого. $45 такие джинсюшки. Но это ковбойский стиль. То есть, если ты в такие ходишь, значит, ты натуральный ковбой. Ну, такие вышитые маечки. Считается тоже как бы ковбойский стиль. $45. Недорого, я считаю. Украинцев вышиванки, а у нас вот такие вот распашонки. Вот. Жакетики вот такие вот. Тоже вот должен быть что-то присутствовать, типа индийский стиль. И вот такие вот обстрепочки, веревочки. Ну, кстати, качество очень хорошее. Это все вручную сделано. Я считаю, по такой цене даже вообще неплохо. Ну, это ковбойская такая, типа тоже накидка. Вот так оно выглядит. Вот. Шляпы. Ковбойские штаны. Святые ручки симпатичные по $54. Прям кьют. Рубашки ковбойские должны быть обязательно вот с такими бусиками. Прямо вот это вот оно.
Или вот такие джекеты. Ну, вообще должны быть, по идее, из замши. Оно-то под замшу. Вот ковбойские шляпы, смотрите. Вот то, что надо. Прям вот оно. Оно. Почем такие шляпы? $80. Ну, это вот то, что оно есть. Это тоже как бы считается ковбойская шляпа. Или вот такой вот вариант. Но это вот конкретно, когда вот с такими пряжками. И еще пояс вот под стиль. Это прям самый идеальный вариант. Вот, еще сразу скажу, что вы ковбой, если у вас вот такие расклешенные джинсы, соответственно. Чтобы танцевать эти ковбойские, значит, танцы. А, вот такой должен быть у вас пиджачок, вот с индийскими мотивами, либо с бахромой, так или сяк. Не, ну джинсы просто супер. Это просто, ну уже клёш-то клёш, да. И вот такой пиджачок, вот такой пиджачок. Обязательно, ну эти, конечно, не настоящая замша, крутизна, когда настоящая замша. Вот, кстати, если вы ковбой, то вам надо иметь вот такую сумку. И вот с таким кошелечком. Кстати, крутяк. $50 всего. А такой прямо вручную выделанный. Наверное, тоже в Мексике где-то сделанный. Вот женские сапоги такие ковбойские. Тоже вот шляпы. Слушайте, ну это прямо магазин натурально. Все в ковбойском стиле. Очень кьютно. Тоже вот такие вот длинные пальтишки. Типа пальто. Кьют. $90. Индийский вариант, стиль. Такие вот накидочки, когда не холодно. Вот тоже джинсики расклешенные в стиле индейцев. Очень симпатичные. Вот такие симпатульные прямо топики. Всего-навсего $37. Очень-очень симпатичный. Это попроще, но вот это то, что прямо симпот. Симпот. Это вот на осень уже вот такие. Тоже, смотрите, обязательно с вот этими висюльками. Без висюльки ты не ковбой. Обязательно должна быть висюлька. Ну, это симпатичные кофточки, прям прелесть. Ковбойский вариант. Значит, если вы не знаете, есть клубы ковбойские, куда народ ходит танцевать. Танцуют там вот эти вот, значит, степ-дэнс. Это, значит, ковбойские танцы. Играет ковбойская музыка. И там довольно прикольно. Я была раза два в таком клубе. И там, знаете, как сцена ходит по кругу, то есть сцена кружится. И вот эта сцена кружится, и пары на нее запрыгивают, на эту кружащуюся сцену, и танцуют по кругу. И, в общем, довольно-таки... О, прикольный вообще ковбой. Мне такую точно надо. Маечку. Обалденная маечка. Ковбойский прям вариант. Это что надо. Возьму. Тут распродажа, видимо, сейчас. Топиков. Ладно, пробегу, покажу вам. Вот такие вам, как вам, ковбойский вариант. Вот так вот, раз штаны, вот так. И вот такой кожаный жилетик. Прям вообще. Мне ж прям интересно стало, почем такой джекет. Ну вот это кожаный. Вот я его щупаю, да, он как бы чувствуется, что кожа. Цену не вижу, но он прямо такие супер интересный, замшевый. То есть, если вы ковбой, вы прям обязаны такую, или ковбойка, иметь такой жакетик. Вообще бы они цены бы написали, было бы вообще прикольно. Очень прикольные. Ну, штаны, джинсы вот с такими, значит, этими фигнюшками. Вообще интересный магазин. Вот такие тоже не помешало бы, если вы идете танцевать. Замша натуральная. Это нет, а этот замшевый. Джинсы прикольные тоже.
80 долларов. Тут можно прям жить. Такой длинный большой магазин. Понча. Вы не ковбой, если у вас нет понча, надо иметь понча. Ну, тоже ковбойский вариант, вот такие вот пальтишки. Они должны быть именно с индейским стилем. Уж не знаю, какие тут индейцы на территории Техаса. Все, конечно, сделано в Китае, цена 100 долларов. Вот такое пальтишко, прикольное. Такой вариант, ну, тоже с фисульками. Джинсы, конечно же, должны быть с расклешенным вот этим низом. Чем расклешеннее, тем круче. Такие вот оранжевые, розовые джинсы прикольные. Ну, тоже. В общем, на подарки это идеальный магазин. Приходите здесь покупать подарки. Ну, как бы в техасский стиль, да? То есть надо же привезти подарки в техасском варианте. Ну, гляньте, какая. Пиджачок. Прям конкретно техасский. И шляпы. Раз, только бим. Шляпу или вот такую вот ковбойскую. А, вот эти вот, которые я видела. Штучки. Интересно, почему. О, 500 долларов. 500 долларов вот это вот. А, какая прямо. Ну, это настоящая замша, конечно. Вот такую надел, и под нее такой джинс. Хрясь, короче, с расклешенным низом. Или вообще вот клеш. Аж вот такой вот. Вот такой вот тебе клеш, да, с таким вот еще разрезом надел. И все, ты супер, супер большой. Супер ковбой, короче. На вечеринке. Или вот раз юбку такую хрясь, короче, с такими висюльками. И под нее такую же кожаную куртку с висюльками. И джинсы такие бэмс. А вот тоже, смотрите, замшей. Ковбойский вариант. Прям интересно, почем такое. Не вижу цену. Песня, музыка, конечно, ковбойская играет. О, это на распродаже. Было, значит, 299. А теперь попробую поймать, что это. Кто в сумме поймет, что это за цена. 278, что ли? Ну, это двойка вверх ногами. Ну, было 299, стало 278. Непонятно. Непонятно. Ну, так прикольно, да? Такой кожаный. Такой напялишь, сразу все поймут, что ты из Техаса приехал. Да, куда бы ты ни пошел. Все сразу все поймут, кто ты. Какие. Тоже интересные. То есть, ковбойский стиль, это целая... Целая мода. Это тебе не просто там ты ковбой и все. У тебя должны быть атрибуты. Вот, смотрите, юбка, но должна быть вот с звездами. Если свитер, вот он должен быть вот с висульками. Не просто тебе как. Маечки прикольные тоже. Без сапог ковбойских ты, конечно же, никто. Обязательно должен быть в сапог ковбойский. Вот такой костюм. Джинсы. Расклешенка. Обана. Печатано все. И вот такая жилеточка с бомбончиками. Слушайте, я давно не была в таких магазинчиках ковбойских. Мне кажется, у них просто фантазия уже бьет рекой. То есть каждый раз какие-то новые варианты. А вот, смотрите, джинсы с такими звездами. Как он? Вот это номер. Тоже шляпульки. Вот так вам, не лишь бы как. Сапоги такие, прям крутяк. И такие, значит, топики с такими вот висюльками. В общем, надо будет вернуться мне понакупать своим знакомым и родственникам всяких вот таких вот штук. Что-то прямо... Выбор потрясающий у них, я хочу вам сказать. Потрясающий выбор.
всяких разных вот этих вот одежд. Это мы тут даже еще не отошли из одного отдела. А вот тут что-то вообще такое яркое. Кантри-музыка играет. Конечно же, нужно вот такой блестящий поясочек кожаный себе прикупить. Иначе ты не ковбой. Цена такого $70. Но зато тебя никто не спутает, что ты ковбой с таким поясом. Вот это пояс, так пояс. Уже блестит, дорого, богато. Ковбойский вариант. Ну, вот такие вот, если ты купил шапку с этим, с вот таким вот, как бы, ну, что это, бляшка или что это, то надо такой поясочек себе купить. Или еще вот можно просто вот такой пояс вот с такими. О, ковбой нарисован на лошади. И вот такие будете штуки. Топики вот такие расшитые. Джинсы. Цветы, ручки пошли на осень. Ковбойский стиль. $45. Слушайте, ну прикольно. Гляньте, вот магазин сам дам такой весь в стиле выдержан. Вот в виде коровы сделаны цветочками, лошади. Тут распродажа идет вот этих всех джинсиков. Видимо, летние стили продают и начинают выставлять зимние стили. Вот, а я себе вот такую, наверное, маечку себе куплю, ковбойскую, прикольную. Если надо, приходить и надолго мерять тут барахлом, потому что тут ковбойских вариантов столько. Знаете, сколько этих сапог. Боже мой. Смотрите, ряды. Обалдеть. Хотите блестящие, хотите с флагом американским. А вот белые какие для девочек. Обалдеть. Ну, они не дешевые, я вам хочу сказать, такие сапоги. Вот смотрите, $269. Ну, они на распродаже, да, за 200. А эти по 199. Эти 269 сапоги. Это для танцев. Это вот этот лайн, не степ даже дэнс, а лайн дэнс. Гляньте, такие сапоги. $725. Я говорю, а вот это, по-моему, спиту у нас настоящего сапоги. 269. Настоящая змея. Настоящие змеи. Ну, эти прям вообще прям шикарные. $700. Ничего себе. Вот, хотите розовые, хотите вот с техасским флагом, с американским. Женские. 135. Вот такие. Вот такие тоже прикольные женские. 139. Очень симпотные. Из красного питона. Это прямо выделка питонова. Ой, народ, тут просто можно жить, чтобы выбрать все сапоги. Вот такие ковбойские. Тут можно просто год сидеть. И шляпы вон какие. Смотрите, какой выбор. Вы такое видели когда-нибудь? Народ покупает. Идем по другому ряду. Вот такие есть какие-то блестящие. Да, ты не техасец, если у тебя нет техасских сапог. Ты не человек. Не настоящий ковбоец. $139. Очень симпатичные. Вот я себе уже такие прикуплю. Интересненькие такие. Ну, это слишком разукрашенные прямо. Вот такие тоже они любят сапоги, чтобы они вот были на них вышивки, разные выбивки. 269.
Ну, такие сапоги на всю жизнь можно. Одну пару купить. Замшевые, голубые. Очень интересные. 298. Обалдеть. Обалдеть. На любой цвет и вкус. В общем, если вы, ребята, пришли бы сюда купить сапоги, я вас уверяю, вы бы здесь что-то выбрали. Потому что вариантов очень вот такие симпатичные, тоже голубенькие. Ой, такие хорошие. Может, мне надо. Ну и вообще это ужас вот с такими бахромой, естественно, тоже. Как же без этого? А вот еще с крестами. Мужики, я сама впечатлилась аж. Это все женские западные ковбойские, короче, будут. Это женские. Ну вот уже женские. Знаете, сколько тут? Тут ряды целые. А вот пошли мужские. Мужские. И тут еще тоже рядами целыми. Слушайте, это какой-то ковбойский этот рай. Ковбойский рай. По-другому это не назвать. Это ковбойский рай. Мужские сапоги. Смотрите, сколько. И тут мужской отдел. Это уже мужские джинсы пошли, шапки. Обалдеть. На любой вкус. Ну все, ребята, я вам примерно показала. Если вы ковбой, вы обязаны иметь такие бутсы, такие сапоги. Иначе вы просто не ковбой. Следующий репортаж будет из оружейного магазина. Я вам покажу, что ковбой должен не только иметь шапку, шляпу, сапоги и джинсы. Он обязан иметь оружие. И пистолет, и пару автоматов. Вот такие современные ковбои. Так что подписывайтесь и ждите репортаж со следующих из оружейного магазина. Пока!